Привет, друзья, вы на канале Ставка Мэн. В сегодняшнем видео разберу матч между Байером и Фрайбургом. А точнее, ставку, которая, на мой взгляд, должна 100% заходить. Прежде чем перейдем к самой ставке, отмечу предыдущий заход. 6-й плюс в ряд. Боруссия с Хоффенхаймом просто там ломали друг другу ноги, судя по количеству фолов. Статистика перед вами. Ну, давайте приступим к самой ставке на сегодня. Байер и Фрайбург — такие же две мощные, жесткие команды. От них жду таких же фолов. Моя ставка. Фолы первый тайм. Тотал 9,5. Больше за коэффициент 1,58. Поддержите это видео лайком, подпишитесь на канал. Всем удачи, всем пока.